Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? А это мой второй канал. Подписывайся, ссылка в описании. Гена? Гена, это ты? Нет, сэр, ваша бать. О, у вас пиздец, ты неузнаваемый уксе. Гена, а у тебя есть возможность спиздить медицинский спирт? Нет. Фак! О май... Здесь коврик ебаш. У меня не получится. Ты вот это место, блять, как я не знаю. Вот у меня все кончилось. 1 на 1 сантиметр, блять. Ты вот так вот. Да-да-да! How should we celebrate? I know a couple of poor defenseless museums, but then again, I also know a couple of hotels. А, та дорога на... Это на Б. Погоди, куда я иду? Где? Я где? Убил их так, самого дикого. Туда Б. Сюда Б. Это А. Туда... Что? Что за нахуй? What the fuck is this? What the fuck is this supposed to be? You... Let me through. This is... Are you like a sliding door? Yes, back up. Yes, friends. Oh no. What the? How? What am I on the podcast? Я научился. Что это за корабль сделал мертвый шпагат? Samurai. What the fuck is going on here? Surrender now and nobody has to... Shit. Maya he, Maya who, Maya ha, Maya ha. What the fuck? No, man, what the fuck? Pretty good job so far. Kuruzu. Nani? Stop flying! Stop using your secret Nazi technology! Sp-
spinning my arm around my head? You are. Your whole body. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. What's going on over there? Ох, кретин. Ты что? Ладно. Откройте окошко. У нас посылка для дяди Федора. Дядя Федор, тебе от дяди Федора посылка, да? We interrupt your programming with a message from the State Department. No! All bridges and some roads in the He's coming! Yeah, you better run! I am the Canada! Where the bitch is at? Wait, what? What? Where the fuck did I go? Открываем окошечко, злесечку нахуй просто. А чё за чёрт в темноте сидит, извиняюсь. Та-да! О! А чё это, блядь, взгрустнул, пацан? Что это такое, блядь? Не, ну вы видели лист бумаги. По-моему, вообще какая-то ебала нарисованная школьником. Я не знаю, блядь, что делать с ней. У нас есть рисунок ключа, заебись. По карте смотрю, никого нет. У тебя налоговая карта, блядь. Планеты нихуя не будет, естественно. Ты бы еще на концерты по географии бы удивлялся, почему враги не отмечены. Объясните мне, участники Дома 2, почему вы постоянно бьете Ярика? Он вас провоцирует или что? В чем тут... Блядь, опять его уебали. Ярик пидор. Но нельзя так с Яриком. У него, блядь, травма в жизни. У него бочок потерял. Я пойду отмудохаю тех двух уродов, которые навешали мне люлей. А ты помни, не доставай дрочила, пока она сама не захочет. Или хотя бы заснет. Садись, садись. В ногах правда нет. Чё ты лёг? Встань! Помоги мне! Вставай! Помоги! Чё разлёгся? Помоги! Нет, нельзя с пистолета, слишком палевно. Ебать! Да что сегодня как враг? Самара! Сука, бля, к старику, бля, пристаешь, что за говно? Ты ебался. Руки на стену. Сука, бля. Стоять, нахуй, вы арестованы, блядь. Стой, блядь. Иван, стой, блядь, Иван. Иван, вы арестованы. Выйдите из машины. Бля. Один умер, этот прямо за стеной стоит. Давай мы просто в окно убежим и все. Как раньше. Нихуя, блядь. Сейчас ссылку, сука, в Сибирь, блядь. Да ладно, ну брата-то хоть пощади, он дед. Сейчас я беру прицел просто, и он выбежит, да? Или нет? Или да? Ладно.
Короче, давай, я, наверное, пойду на ш... Look at this dude. Ну и да, в качестве побочного оружия у нас тут дробовик-пукалка с тремя патронами. Иными словами... Мозамбик, я. Ты не слышал телефон звонить, ты же патрон, блядь! Тут что? Тихо! Ну нахер. Эй, нихуя. Я в дневня... Throw flashbang. Жить, как говорится, хорошо. Ой, тепленькая пошла. We have a city to burn. Ну, блядь, единственное у меня какое-то мнение об этом, это то, что здесь все-таки. Ты на лоха очень похож. Объясни, блядь. Прям вылитый, один в один, как я и представлял. Я тебе в натуре ебучку расхуею, бомжара. О, смотри, как у меня клевый ствол. Я обманул, я сам. Мавроди в 93-м, блядь. Давайте Б просто вылетим. Не закупайтесь, блядь, только не закупайтесь. Закупаем все. Блядь, ну ты дурак. Ну там по скидке был. Он не знает, куда деться. Рады приветствовать вас в салоне Теле 2. Подключитесь к бизнес-тарифу Теле 2. Виртуз, фристайло! Ракомакафон! Всего два босса. Следующий гоблин, и мы же с вами уже убивали нескольких, да? Это будет просто как 5 копеек. О, господи! Здоровый, сука! Драчила мастер, бабах, сука! Крыса крысит раз! Крыса, крыса, крысит два, блять, а им подвел умирать, сука! С передрывком? Да. Это правильно. О, неплохо. У тебя шалёша есть. Ох, блин. Эх, девушки. Вечно раком умирают. Вот ты какой хороший. Что не воспользовался ситуацией? А теперь самая жесткая прожарка Ликана в исполнении Марса. Внимание. Товарищ Капрал, разрешите обратиться. У нас не принимается при обращении такая фраза, как товарищ. Вы называете либо звание. Сеньор Капрал. Борис Бритва или Борис хрен попадешь. Резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Вы хотите мне сказать, что он меня услышал с такого расстояния из-за вот такого шашка, но его друзья не услышали блядские выстрелы из автомата Калашникова? It was at this moment that he knew. Пиздец, тут было три селка, чтобы вы понимали. Хожу каждый день погулять, прохожу я на строечку, где впервые встретил своего друга паука. Он флексил под лестницей. Бля, бабку убили! Пизда старая, пухла, валим отсюда быстрее, ебанись! Сигареты убивают! Да какие сигареты? Просто автоматы поносишь! Да, я уже получил. Вот что такое раз тобой, Боря! Посмотрите на Борю! Такой кадр. Кончилось. Так, последний был здесь. Конечно, сука, ты не выйдешь. Ну, конечно, сука, ты не... ну и не надо. Осуждаю. Это наш РПГ. Вон, видите, на пальме сидит цианид. Я знаю. Ой.
Ёб твою мать. Круто. Мобой, бля. И ты сильно изменился, малыш. Ебанись. Вижу, грудь тебе осталась от мамы. Пацаны, это такая боевая позиция, охуенная, нет. Смотрите. Ну, блядь. Дом окружат, ты с криками «Somebody one stole me», вылетишь на тебя, нихуя. Убирайся с моего болота, лорд Фортуат. Звонок в аварийную Гергаза. Сынки, сынки, что такое? Плиту с утра включила, а газ не горит. Бабуля, вы спичку зажигали? Ой, забыла, сейчас зажгу, блядь. О, у тебя что-то выпало из кармана. Какая-то записка. Из кармана. Что-то ты мне врешь, по-моему.